Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я хочу поговорить о получении исцеления от Бога, а именно о трех ключах к получению исцеления. Ключ номер один — знать, что исцеление — это воля Божья для вас. В Библии описаны три случая, где исполнена совершенная воля Божия, и ни в одном из них нет болезни, а только здоровье. Во-первых, в самом начале Библии, в первых двух главах, до грехопадения мы видим божественный порядок. Бог создал все хорошим, а Адам и Ева имели идеальное здоровье. Только когда они согрешили, пришло проклятие болезни. Во-вторых, мы видим совершенную волю Божию на небесах и вечности. И оказывается, на небе нет больниц. Там нет болезней. Получается, что совершенная воля Божия описана в последних двух главах Библии. Там нет упоминаний о болезнях. А Иисус учил нас молиться, чтобы воля Божия на земле была такой же, как и на небе. Сюда входит и исцеление. Воля Божия совершенно на небе. Там нет болезней, поэтому мы можем молиться, чтобы Его воля совершилась в нашей жизни. Бог желает, чтобы вы были здоровы. Еще один пример совершенной воли Божией — это служение Иисусом. Он и есть исполнение совершенной воли Божией на земле. Он говорил, что всегда исполняет волю своего отца, он исцелял всех, кто к нему приходил. Он сказал, «А я пришел, чтобы дать жизнь, и при том в избытке». Он пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком, в том числе исцеление. Это говорит нам о том, что исцеление должно быть волей Божьей. Даже одно из имен Бога — «целитель». А это означает, что Он — целитель по своей природе. «Я Господь — целитель твой». Это произошло вот мера в исходе 15 главе. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя мера. И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Бог использовал дерево. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное предачами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу или не позволю на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь Бог твой, целитель твой, Иегова Рафа». «Я Господь, Целитель Твой». Это имя и природа нашего Бога, это Его заветное имя. Он говорит людям, которые с Ним заветим, «Я Господь, Целитель Ваш». А мы сейчас в новом и лучшем завете, и история показывает, что в этом завете Он тоже исцелил нас через дерево. Воды символизируют человечество, горечь символизирует проклятие, болезни на людях. А дерево, брошенное в воду и впитавшее горечь, сделав ее сладкой, это прообраз Иисуса, который пришел в мир и умер на дереве за нас. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Итак, на кресте Иисус взял или впитал в себя все наши болезни, а нам дал сладость исцеления. Так Бог показал, я ваш целитель, и я исцеляю через дерево, то есть через искупление Христа. Если мы знаем, что Иисус умер за наше исцеление на кресте, то значит, исцеление — это воля Божия для нас. 53 глава Исаии — это великое пророчество об искуплении Христа. И оно подтверждает, что вместе с нашими грехами Иисус понес и наши болезни. Четвертый стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» или «макоп», что значит «боль». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Эти слова относятся как к телесной, так и к эмоциональной боли. Но, к сожалению, многие переводчики скрыли тот факт, что он понес на крест наши телесные заболевания. Но когда мы смотрим на цитату этого стиха в Новом Завете, то мы видим, что Иисус понес наши телесные заболевания и боли. А в пятом стихе подтверждается, что Он взял на Себя не только наш грех, но и проклятие или последствия греха, среди которых есть болезнь. Но изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Мир ⁇ это шалом, что означает целостность, включая исцеление. То есть Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы могли иметь шалом или мир. Мир был утрачен из-за греха, но Иисус восстановил все, что было утрачено. Его ранами мы исцелились. В буквальном переводе Янга сказано, Он был пренебрегаем и оставлен всеми людьми, человек более и знакомый с болезнями. Он будто бы прятал лицо от нас, а мы презирали его и не ценили его. Конечно же, Он понес наши болезни и наши боли, понес на Себе. Мы считали, что Он был наказан, поражен и побит Богом. Он был пронзен за наши преступления и избит за наши беззакония. Наказание за наш мир на Нем. В Его ссадинах есть исцеление для нас. Десятый стих говорит, «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». В оригинале сказано «предал его болезни». То есть на кресте Иисус сделался больным нашими болезнями, чтобы мы были исцелены. Итак, Бог возложил на Иисуса и наши грехи, и наши болезни, чтобы мы могли быть прощены и исцелены. Если Иисус уже понес их, то нам не нужно их нести. А если Иисус заплатил за ваше исцеление, то Он желает исцелить вас. Это фундаментальная истина. В Новом Завете эти слова цитируются, и в них используются греческие слова, означающие «телесные болезни и немощи». Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 и 17 стихи. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Это было на собрании, где Иисус исцелил всех людей. И Матфей объясняет, что он смог это сделать из-за искупления, описанного в 53 главе Исаии. Почему он исцелил всех? Потому что на кресте Иисус умер за всех. Он заплатил за то, чтобы все были прощены и исцелены. Конечно, на момент проведения этого собрания Иисус еще не умер, но до креста люди получали прощение и исцеление в кредит. Иными словами, Иисус и так собирался пойти на крест и заплатить цену за все это. Поэтому Бог исцелял в кредит, Бог вне времени, поэтому он мог так сделать. Все эти исцеления были демонстрацией искупления, которые Иисус совершил ради всех нас. И в этих словах Матфей использовал слова, обозначающие телесные недуги и заболевания. Таким образом, Дух Святой подсказал нам, как именно следует толковать слова из Исаии 53 главы, а именно, на кресте Иисус заплатил и за наше исцеление. Петр цитировал 5 стих, где сказано, но он изъязвлен был за грехи нашим и мучим за беззаконие нашим. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились или исцелимся. Здесь мы видим искупление, состоящее из двух частей — от греха и от болезней. То же самое двойное искупление мы видим и у Петра во второй главе, 24 стихе. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Он пишет о том, что Исаия, только Исаия писал до креста, и поэтому он писал исцеление для нас. А Петр пишет, это уже после креста, и поэтому пишет, вы были исцелены. То есть это уже свершившийся факт. Итак, исцеление стало доступно нам, потому что Иисус заплатил за него на кресте. Как он понес наши грехи, предложив нам прощение, так он понес и наши болезни, сделав доступным исцеление. Эти двое идут вместе, потому что болезнь — это проклятие или последствия греха. Поэтому Иисус понес не только наш грех, но и проклятие греха. Об этом сказано в Галатам, 3 главе 13 стихе. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, включая все, что записано во Второзаконии 28 главе, ибо написано Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Итак, Иисус взял на себя проклятие болезни, чтобы вы могли получить благословение исцеления. И вот почему в 102-м псалме сказано «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Заметьте, что свобода от беззаконий и недугов это все Божие благодеяние, и они идут вместе. Они приходят к нам на одном и том же основании искупление Христа. Поэтому речь обо всех наших болезнях и всех недугах. Почему обо всех? А потому что Иисус умер за всех. Умирая на кресте, Иисус крикнул ⁇ Тета листай ⁇ что означает ⁇ Уплачено ⁇ то есть Иисус полностью заплатил не частично, а полностью. Он заплатил не только за ваше прощение, но и за ваше полное восстановление. А потом Он дал все это нам после своего воскресения. Поскольку Христос настолько любит вас, что заплатил за ваше исцеление своей кровью, исцеление точно является волей Божьей. Если вы знаете, что это воля Божья, то это должно придавать вам уверенность, дабы смело приходить к престолу Его благодати и принимать свое исцеление. Итак, если Иисус понес ваши болезни на крест и полностью расплатился за них, то исцеление это точно воля Божия для вас. Это первый ключ, дающий вам уверенность для получения вашего исцеления. Ключ номер два. Бог дает нам исцеление, давая нам свою исцеляющую силу, как бесплатный дар, по нашей просьбе. Мы должны верить в то, что Он наш целитель, и верой принимать Его исцеляющую силу как дар. Теперь вопрос в том, как Бог исцеляет больных. Для этого давайте взглянем на служение Иисуса. Он прекрасный пример. Он исцелял всех, кто к нему приходил. Он исцелял не как Бог, а как человек, помазанный, исцеляющий силой от Бога. Это означает, что это не что-то особенное, а пример того, как Бог исцеляет. Деяние, 10 глава, 38 стих. «Бог Духом Святым и исцеляющей силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как видите, исцеляющая сила исходит от Бога. Бог был с ним и давал ему силу исцелять. Бог дал ему эту силу во время крещения, а потом он дал ее всем, кто в ней нуждался, чтобы освободить их от гнета болезней. Иисус получил исцеляющую силу, когда Дух Святой сошел на него во время крещения. Вначале Дух сошел на него, а потом сказано, что Иисус вернулся в Галилею в силе Духа. Иисус принял эту исцеляющую силу, и с того момента он мог исцелять больных. Опять же, он делал это не как Бог, а как человек, помазанный Богом. А затем он заявил о том, что на нем есть исцеляющая сила. Евангелие от Луки, 4 глава. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать с пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное или юбилейный год». Если вы изучите, что такое юбилейный год, то поймете, что он говорит, что исцеление, освобождение и восстановление теперь в свободном доступе для всех желающих. За них заплачено. Иисус проповедовал о том, что на нем исцеляющая сила Божия, и она доступна вам как дар. Иисус дает эту исцеляющую силу всем, кто приходит к Нему, чтобы получить ее с верой. Классический пример ⁇ это женщина с кровотечением в Евангелии от Марка. Это 5 глава 27 стих услышав об Иисусе, что она услышала? Вы знаете, что Иисус помазан исцеляющей силой, и она доступна всем. Она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, то есть на нем была сила, и когда она прикоснулась к нему с верой, это высвободило эту силу, и он сразу же почувствовал это. Он будто бы был электрическим проводом под напряжением, а она прикоснулась к нему с верой, и в нее вошел ток. Это говорит нам о том, что эта сила была на Иисусе, и она была доступна любому. Ей не нужно было идти на собеседование. Она просто встала сзади и приняла эту силу, то есть эта сила была доступна каждому. Иисус обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черт... «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Многие люди прикасались к нему, но без веры. Она поверила и получила свое исцеление верой. Иисус не расстроился, что она якобы украла его исцеляющую силу, а очень обрадовался ее смелой вере. Любой мог бы сделать то, что сделала она. Это было в свободном доступе для всех. Она просто поверила. Верила Иисусу на слово, что исцеляющее помазание было на Нем. Но обратите внимание, что именно Ее вера запустила исцеляющую силу, и эта сила передалась ее телу. Это немного похоже на передачу электричества. В розетке есть электричество, и вы даже можете подключиться к ней, но ничего не получится, пока вы не нажмете кнопку выключателя. Так вам нужно включить веру и поверить, что вы получаете эту силу. Скажите, Господь, я верю, что эта сила доступна мне. Я верю, что принимаю ее, как та женщина, прикоснитесь к Иисусу и поверьте, что эта сила будет течь в вас. Она сделала это верой, так сказал Иисус, и это было не один раз, потому что после этого мы слышим, как многие пытались это повторить. Евангелие от Луки 6, глава 17 по 19 стих. «Много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, вначале нужно было послушать, чтобы их вера укрепилась, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. Но как? Весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. А вот как Бог исцеляет, слава Ему, Он дает нам исцеляющую силу. Затем он дал ту же исцеляющую силу своим ученикам. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. У Марка сказано, что он дал им силу исцелять болезни. То есть ту же силу, что была у Иисуса. Он дал своим ученикам. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Хотя же проповедуется, что приблизилось Царство Небесное. Иными словами, сила Божия уже здесь и сейчас. Просто протяните руку и получите ее. Больных исцеляйте. Даром получили, даром давайте. Я даром дал вам эту исцеляющую силу, а теперь даром вы давайте ее больным. Вот как вы будете их исцелять. Позже он сделал то же самое с семью десятью. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Затем он дал эту же силу Церкви, включая нас с вами. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сюда входит и исцеляющая сила. Еще он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. У веровавших будут сопровождать все знаки, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть исцеляющая сила Божия будет передаваться больным через возложение рук. Следовательно, мы призваны продолжать исцеляющее служение Иисусом. Это означает, что вы тоже получите исцеляющую силу от Бога. А если вы крещены во Святой Дух, то вы уже имеете эту силу и можете исцелять больных через возложение рук. Итак, Бог исцеляет через свою исцеляющую силу. Это важно понимать, чтобы не пытаться получить исцеление через чудо или проявление чуда. Иными словами, Боже исцели меня. А потом вы сразу же проверяете, исцелены ли вы. Если нет, то значит Господь не услышал вас, но Бог исцеляет не так. Вам нужно ждать не чуда, а исцеляющей силы Божией, которая доступна вам. Вы приходите к Иисусу и верите, что получили исцеляющую силу через возложение рук. Эта сила входит в ваше тело и начинает там работать. Если ваша вера будет постоянно включена, то исцеляющая сила изгонит все болезни и восстановит ваше здоровье. Вот как Бог исцеляет, и это важно понимать. Закончить я хотел бы на третьем ключе, который часто понимают неверно. А вот почему людям сложно принять эту исцеляющую силу, хотя они и верят, что она для них. Чтобы принять эту силу в наши тела, нам необходимо подчинить наши тела Богу. Речь о подчинении верой. Бог не навязывает нам свою силу. Еще важно понимать три состояния, в которых может быть любовь. Во-первых, нечистый или зараженный — это отрицательное состояние. Во-вторых, очищенный — это нейтральное состояние. В-третьих, освященный или святой — это положительное состояние. Если что-то нечистое, вы не можете сделать его святым. Если вы знаете, что в вашей жизни есть грех, то первое, что вам нужно сделать, чтобы получить силу Божию, это принять очищение. Очиститься можно только кровью. Вы принимаете кровь Иисуса. Она очищает вас, и вы становитесь очищенным или обычным. Но это еще не все. Вам еще нужно стать освященным. Освящение или святость означает, что на вас есть Божие помазание. Только это вводит вас в положительное состояние. Освящение возможно только с помощью масла. Масло ⁇ это символ Святого Духа, а еще освещение требует посвящения. Итак, как только вы очиститесь, вы должны посвятить себя Богу, подчинить Ему свое тело. Это позволит Богу овладеть вами через Святой Дух, и тогда помазание, исцеление войдет в ваше тело. Но только если вы представите свое тело Богу и попросите Его наполнить вас. Зачастую именно этого ингредиента нам и не хватает. Мы не подчиняем наши тела Господу, чтобы Он мог исцелить нас. Итак, исцеляющая сила ⁇ это присутствие самого Бога, и чтобы получить ее для своего тела, вы должны подчинить свое тело Богу. Вот в чем ключ. Интересный пример записан в Евангелии от Матфея 12 главе. Когда нечистый дух выйдет из человека, то есть человек очищен, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Проблема в том, что хотя он и очистился, но оставался пустым, тому человеку нужно было попросить Бога наполнить его дом, чтобы он был не просто на нуле, а так сказать в плюсе. Нужно было, чтобы Бог наполнил тот дом. Тогда, возвратившись, злой Дух не мог бы войти, потому что дом уже занят. Речь была об Израиле. Хотя они приняли множество чудес, они все же не приняли Христа, чтобы Он стал Господином дома и наполнил их дом. Итак, представьте ваши тела Богу, сделав Иисуса Господом вашего тела, а затем попросите Духа Святого наполнить вас. И это положит конец болезням и немощим вашей жизни. Например, однажды к Иисусу подошел прокаженный. Написано, что Он поклонился Иисусу, а потом получил свое исцеление, и вы увидите, что очень часто исцелению предшествует поклонение и повиновение. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, 13 стихе, сказано так, тело же не для блуда, но для Господа, для повиновения Господу и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей исцеляющей. Итак, ваше тело должно быть для Господа, и тогда Господь будет для вашего тела. Сила Божия войдет в ваше тело и исцелит вас. Богу нужно подчинение, чтобы Его исцеляющая сила могла свободно течь в вас. Мы должны подчиниться источнику исцеления, чтобы принять Его силы свыше. Подчиняясь Богу и поднимая руки, молитесь так, Господь, Ты мой целитель, Ты источник исцеляющей силы. Спасибо, что Твоя исцеляющая сила была оплачена на кресте, и Ты даешь ее мне прямо сейчас. Господь, я посвящаю Тебе мое тело. Ты Господь моего тела. Я подчиняю его Тебе. Наполни его своей исцеляющей силой от макушки головы до подошвы ног. Я принимаю Твое исцеление. Я знаю, что Ты за мое тело. Спасибо за то, что Ты услышал мою молитву, и что прямо сейчас Твоя сила действует во мне, чтобы изгнать все немощи и болезни и полностью восстановить мое здоровье. Во имя Иисуса продолжайте провозглашать это и благодарить Бога за действие Его исцеляющей силы. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.